У нас началась ягодная пора. Я вот собирала малину, помыла ее, засыпала сахаром, накрыла крышкой. Помыла вот баночки, приготовила. Сегодня я сварила еще вишневое варенье. Вот еще 4 баночки. Вот. Это я сварила сегодня. Вот такое вот у меня получилось варенье. Вот. Сейчас, значит, я собираю черную смородину. Потом доберу малину. Вот жучки лазят. Я, значит, собирала малину. Вот, малины много. Вот. И увидела у меня, не дособирала ее, и увидела у меня поспела черная смородина. Вот. Еще чуть-чуть, она будет просто осыпаться. Вот до нее дотронешься, и она будет осыпаться. Я решила ее собрать и тоже сварить желе в этом году, потому что у смородины, у малины, у нее косточки все время застревают в зубах, поэтому я в этом году решила варить желе. Мы сахар уже купили. У меня дома мешок сахара есть, поэтому я вот собираю. Значит, начала собирать и решила. Сижу, собираю вот на этом стульчике. Вот только уже собрала. Вот. В общем, и решила заснять. Вот тут обобрала уже. Ну, вот такие вот. И вот такой у меня вот кустик. Он был маленький. Я его покупала в магазине на Московской. У нас есть магазин такой. А вот. И, в общем, вот он у меня в этом году дал вот такой большой урожай. Вот посмотрю, сколько соберу и засниму. В общем, вот я собрала здесь одно большое ведро. Вот. И, в общем, сейчас я вот возьму дуршлаг вот этот и буду мыть. Вот такая вот крупненькая. Тут зелененькая попалась. Ну ничего. Вот такая вот смородина. Сейчас буду ее мыть. Всем привет! Я наварила варенье из черной смородины. Так, я решила их не закатывать, а пока просто прикрыла баночки. Оно остынет, потом я закатаю. Вот здесь вот испарение на крышке. Я даже не знаю, как-то, может, его как-то вытереть чем-то. В общем, у меня получилось с одного куста вот 5 700-литровых баночек. Это все черная смородина. Я сначала хотела делать желе, но передумала. И, в общем, я сварила варенье. Вот такое вот густоватое, хорошее варенье получилось. Тоже похожее на желе. Вот. И, значит, я еще собрала. У меня в этом году мало огурчиков. Вот. В общем, я хочу законсервировать огурчики. Вот. В общем, ну, вот собрала, замочила пока. И хочу показать цыплюшечек, которые у нас вылупились. Нам сейчас привезли корм. Там с птичьей для цыплят специально комбикорм. В общем, сейчас я их накормлю комбикормом. Здесь 31 или 32 цыпленка, если я не ошиблась. Вот. Ну, в общем, пока они у меня вот так здесь сидят. Вот. Вот градусник у них я поставила, чтобы мне знать, сколько температура. Хотела вам показать. Он как раз встал. Тот раз сидел здесь цыпленочек. И сейчас опять никак. Хотела показать, сколько здесь температура. Ну, получается. Вот, ну, здесь 37-39 поднимается температура под лампочкой. Ну, вот такие вот цыплюшечки черненькие есть. Рыженькие есть. Пока поставила в отрубе и крупу насыпала. Вот. В общем, вот так. Столько цыпляточек у меня вывелось. Приготовила баночку с огурчиками. Банку я не стала стерилизовать. Она сухая, чистая. Я ее хорошенько промыла. Она высушенная. В общем, я в этом году банки решила не стерилизовать. В общем, все равно это будет 2 раза кипятком обдаваться, на третий раз сиропом. Вот так вот приготовила заготовочку. Это все наше здесь. И этот и укропчик,
и чесночок, и перчик, и огурчики. Это все с огорода.